Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Обрыва, да над пропастью по самому, по краю, а я коней своих нагаякаю, стегаю, погоняю, то ли воза духом немало, ветер пою, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, мы другую не слушайте полей.
что так они мне попались привередливые. И дожить не успел, и допеть не успеть. Я коня напою, я куплята напою, хоть мгновенье еще постою на краю. Стеной я, меня пушинкой ураган заметет с ладони, и в солях меня галопом понесут по снегу кони. Вынося неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь последнему.
Что-то делают? А какой? Я не знаю даже. Лично мой? Лично. А я не веду никаких. А, не ведешь? Да, я не знаю даже. Нормально. А у Бакиров не приехал, да? Не вижу этого, блядь, что я буду где-то или как? Буду где-то или как это называется? Ну что-то такое было, недавно мне Светлана Евгеньевна, пожалуйста, проходите сюда. Вот здесь два стула. Да. Спасибо. Я хочу маленький сделать тестик. Встаньте, пожалуйста, кто был 60 лет тому назад, 50 лет тому назад в центре? Вот в марте месяце. Кто? Ну, давайте, во-первых, мы выпьем за них, за то, что они так хорошо сохранились. Это первое. Пятьдесят лет. Они пролетели как одно прекрасное мгновение, как будто мы вчера пришли, лейтенанты, старшие лейтенанты, с нами беседовали, ставили путанно задачи, что мы должны делать, а в общем было понятно, что мы будем летать на совершенно новой технике. Вершининым Константин Андреевичем. Вот его отношение, его правильное понимание ситуации и роли вот этих молодых ребят определило всю нашу судьбу. Мы первая группа, нас было немного, сколько, Витя, 8 или 10 человек? 12 человек мы были на приеме у Вершинина. Он нам долго рассказывал, что ему жалко нас отпускать. Мы молодые, энергичные летчики, летающие на последней в то время технике, бойцы, но надо осваивать новые, которые впервые
дважды поднялся в космос для того, чтобы испытать самую первую, так сказать, модель, образец корабля «Союз». И, к сожалению, во втором полете он не вернулся на Землю из-за отказа техники. Я имею в виду космонавтов следующего набора в отряд космонавтов. Это Добровольского, Горы, Волкова, Пасаева. Это люди, которые провели первое испытание, проработав почти месяц на борту самой первой орбитальной станции, и которые также вернулись, к сожалению, на Землю уже не живыми. Мы это помним, великолепно помним эту трагедию, помним каждый день, каждую минуту, каждую секунду этого события. Я хотел бы напомнить также о Паше Беляеве. Он не погиб, возвращаясь из космоса, но погиб позже и очень вскоре после возвращения из космоса. Я ушел больше 25 человек из жизни. Ушли они по разным причинам и ушли, наверное, тоже не без влияния. Ну, пожалуйста, поднимем и за нашей галереи, за экипаж, рабочий на орбите. И пожелаем всем благ, а ваше праздника. За сказанное. 3-4. Ура! 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 61-го года. Было принято решение, что провести отбор женщин для подготовки полета в космос. И вот в конце 61-го года первые девчачьи группы пришли в госпиталь, Сокольники. Мы прошли отбор, желающих было много, но нас взяли только 5. Я бы очень просила, девчонки, встаньте, пожалуйста, и пусть посмотрит на такую хорошую. И требует восстановить справедливость. Да, я сегодня после довольно длительного перерыва присутствовал на межпланетной комиссии. Смотрел на этих ребят. Подожди, не пион. Пион остался. Нас зарубили. Мы поехали на... Есть 3 экипажа. Мы поехали на прием. И программы. Обалдеть! Как же я рада вас видеть! А мы как рады. Я на солнышке лежу. Давай. Точно? Наконец-то! Это же незабываемо. А я вообще-то настолько обалдела, что вы настолько изменились. Я думаю, если бы я даже Сирию Баяна, что вы прыгали, я, конечно, буду в потрясении, но не удивлюсь. Я прыгнула 4 прыжка 3 года назад. Попробую, еще могу. Ну давайте, за вас! Как же я рада вас видеть! Ай-яй-яй! Если бы все-таки переворота не было, и сказка стоялся, кто бы все-таки полетел, непонятно. Да волки, да волки! А вы знаете, мы, и мы будем пробовать. Не, не мы. А кто? Неизвестно. Тайна бомбы и мрака. Специальный заказ. Да, спасибо, спасибо. Тяжело. Ну, в общем, да. Ну, ладно. Я хочу. Юлия Гагарина. Традиции первого отряда космонавтов. Развивались и были незабываемы. Может быть, это беспилотник. Перед каждым из нас. Это я помню. И чтобы не раз
встречали здесь и 50-летие отряда космонавтов, и в дальнейшем, может быть, 100-летие тоже. Поэтому давайте мы за перспективу и за нашу госпожу. Удачи, ребята! 3-4! Они же не проходили. Ура! Проходили. Ура! Ура! Падение, здесь очень много сидят ребят и девчат, ну, по моему возрасту девчат, которые не слетали, вот это то, я хотел бы предложить за тех, которые не хуже нас слетали, а может быть, кто-то, кто многие из них лучше, я предлагаю это то, за тех, кто готовил, все хотел отдать, но по разным причинам не получил, за их здоровье. За удачу, чтобы у них будущее что-то было лучшее, мечта, чтобы исполнялось. Это за нас называется, что за нас? 3-4, ура! 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 Подказ наш. Америки. Это list of accomplishments that is the envy of the world. Дипломатия. Невозможно перечислить все те достижения, которые на вашем счету за минуту 50 лет. Я говорю, почему? Она стояла. Я говорю, я почему подумала? Здесь написано. Настоящий флаг Российской Федерации находился за борту космического шаттла «Атлантис» в полете с целью гражданских и на военных. А просто объединяет людей, которые одержимы в этом стремлении, в этом движении осваивать космос. Это Федерация космонавтики. Всех вас позвал на судовом пролете. Все, которые вышел, могут Президентом, президентом, и уже под нее набрала первый отряд, ну и дальше все мы уже пошли. Думаю, никогда нам не надо забывать и тех, кто это обеспечил нам, за ту победу обеспечили. И потом и тех, кто обеспечил победу, они же потом создавали эту технику. Но давайте вспомним тех, кто со словом благодарности, тех, кто нам обеспечил вообще дальнейшую жизнь. Да. Я все к нему возвращалась, думал, ну хоть что-нибудь, ну хоть какое-то. У него же есть знакомый с последним его проектом, парус такой. Конечно. Да? Вот этот вот, там, 30-метровый, который вот идет по течению, там, это вот великолепная вещь. Был один российский, олигарх. Нормально, и работаем. Я специально пришел как день, остались, чтобы посылку одеть. А я Не-не-не, вы не обращайте внимания, вы общаетесь.
Не, вы общайтесь, общайтесь. Нет, так. Важно, важно что. Борис Евгеньевич, вот этой идеей умной конкурса, прикрывает то, что... А у меня не мальчишки, не юдора, не мальчишки. Вот я сидела, у меня пелена была, у меня слезы шли сплошным потоком. Почему женщины сидят? Мужчины, почему женщины сидят? Приглашайте сюда на танцевальную площадку. Смелее. Thank you.
Мексика.